Рязанские краеведы обратили внимание на старую кирпичную кладку, которая, по их мнению, может быть остатками древнего храма. Обнаружили ее в самом центре города, на улице Семинарской, на территории, прилегающей к училищу ВДВ. Выйдя сюда, я обратил внимание на то, что вот здесь вот валяется кирпич. Вот. Очень большой по размеру. Вот этот обычный кирпич, так скажем, 19 века, этот очень крупный. Вот. А так как я немножко этим занимался, увлекался, я понял, что это кирпич конец 17 века, а когда увидел небольшое вот такое закругление, ну, сразу я сообразил, что здесь, вероятно, был храм. Находкой заинтересовались археологи. Известно, что несколько веков назад здесь стоял семинарский храм. Второе его название – Владимирская церковь. Сегодня здесь можно увидеть вкладку цокольной части и сохранившиеся фрагменты фундамента. Владимирская церковь, она очень по своей архитектуре уникальна. Это храм построен в формах архитектуры 17 века с изящной колокольней. Он был трехапсидный. По описанию священника Добролюбова, который описывал вот эти храмы, этот храм был в 1500 каком-то году деревянный. То есть это храм более древний. Он был построен до того, как еще тут была семинария. Теперь археологи проведут здесь раскопки и исследуют культурный слой. Будет ли храм восстановлен или же здесь появится какой-то знак в память о древней церкви, говорить пока рано. Но уже понятно, что этот объект может сыграть большую роль в развитии музейной среды города и формировании еще одного туристического маршрута. Ведь место, что ни на есть, самое культурное между музеем ВДВ и домом сестер Хвощинских. Последний, кстати, так и остается пока в заброшенном состоянии. В настоящий момент та находка, которая сделана, представляется очень интересной. Сразу по нескольким параметрам. Во-первых, это остатки подлинного исторического объекта, объекта культовой архитектуры, постройки 17-го столетия. Таких в Рязани осталось очень немного. Для того, чтобы приступить к работам, рязанским археологам нужно ждать разрешения из Москвы и согласия училища ВДВ. Все документы они надеются получить уже через неделю и незамедлительно приступить к работам.